То есть есть такой удар, кикбоксинг называется оверхенд. Сейчас покажу, как он вообще наносится. То есть наносится он таким образом. Удар. Для чего делаем такой удар? Для того, чтобы с ним можно было сократить дистанцию и войти на этот шоумен. Сейчас давайте сначала это раз покажу, чтобы поближе. То есть, как я буду действовать. То есть... Вверх. Он уходит вниз. Теперь мы ставим ногу убрать сверху, переходя сюда. И вот сюда можно попробовать комбинацию. Правая нога уходит под плечо, и левая нога уходит на ногу.